телеканала РБК продолжает региональный блок новостей. Мы вещаем из отеля «Шератон Плаза» в студии Светлана Лосева. Здравствуйте. Предприятия Башкортостана и Азербайджана подписали ряд соглашений о сотрудничестве. Церемония состоялась на бизнес-форуме в Баку. В частности, Давлекановский хлебокомбинат заключил контракт о поставках своей продукции компании AEF. Соглашение о сотрудничестве также скрепили подписями представители MT Group и Башинком, Ассоциация выставок Азербайджана и Башкирская выставочная компания. Вице-премьер, глава Минсельхоза Ильшат Фазарахманов провел переговоры с руководством Агентства развития малого и среднего бизнеса и Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана. Речь шла о взаимных поставках продукции агропромышленного комплекса, экспорта удобрений и сельхозтехники башкирского производства. Республика Башкортостан стоит на пути активного развития как в экономике, привлечении туристов. Ну и, конечно, наша тема – это увеличение продукции сельского хозяйства, это увеличение производимых продуктов питания. И на сегодняшний день мы активно начинаем работать на экспорт. Не просто мы производим продукты питания, но и мы хотим поделиться со всем миром, с дружественными странами этой продукцией. Ну и, конечно, будем предлагать бизнесу Азербайджана, значит, работать на нашей территории. Будут созданы комфортные условия при взаимовыгодном сотрудничестве. Ильшат Фазарахманов также предложил внедрить в Азербайджане научные разработки предприятий агропромышленного комплекса Башкортостана для обеспечения продовольственной безопасности дружественного государства. Более детально эти вопросы проработают во время ответного визита официальной делегации и деловых кругов Азербайджана в Башкортостан. 720 миллионов рублей грантовой поддержки получили по итогам конкурсов инновационные проекты из Башкортостана в 2023 году. Об этом сообщил вице-премьер Александр Шельдяев во время выступления в Госсобрании. Эксперты за круглым столом оценили успехи республики в области инноваций и обсудили, какие законотворческие шаги необходимо предпринять для дальнейшего научно-технологического развития. По словам Александра Шельдяева, Башкортостан занимает второе место в Приволжском федеральном округе по количеству поданных заявок и выдачи патентов на изобретения. В прошлом году их было 530. Лидерами стали Уфимский нефтяной и медицинские университеты, а также УМПО. Идет сотрудничество с крупнейшими компаниями и предприятиями по реализации проектов. У нас на инновации сегодня такой основной акцент – это взаимодействие промышленных предприятий с научным сообществом. То есть те наработки, которые есть, те неокры, которые есть, чтобы они были полезными, чтобы предприятия как раз могли масштабировать и как раз внедрять их в своем бизнесе. В 2022 году создали как раз Центр содействия инновациям, помогать предприятиям упаковывать проекты, то есть получать меры федеральной поддержки, проводить работу со студентами. Создали с прошлого года как раз и инновационный марафон, где выезжает наш центр и отрабатывает с предприятиями. Председатель комитета Госсобрания Алексей Шмелев отметил, что на основе стратегии научно-технологического развития страны необходимо разработать региональные программы. Они будут работать на достижение общей цели – независимости и конкурентоспособности государства. Для этого необходимо решить ряд задач. Создать инфраструктуру и условия для проведения научных исследований и разработок, внедрения наукоемких технологий, создать возможности для выявления и воспитания талантливой молодежи. Я посмотрел там в пункт 42 стратегии, который определяет, что на уровне субъектов Российской Федерации должен быть определен заместитель высшего должностного лица, ответственного за научно-техническое развитие региона. Вот так вот поднимает высоко планку. По итогам работы круглого стола эксперты предложили поддержать в Башкортостане частную инициативу в области инновационных разработок, а также стимулировать спрос на такую продукцию со стороны предприятий. Власти рассмотрят возможность выделения дополнительных бюджетных средств на развитие научно-технологического суверенитета, точек роста индустриальных и технопарков. Кроме того, в республике может появиться институт развития в области научной и инновационной деятельности.
Региональная лизинговая компания Башкортостана реализовала первую сделку по новому продукту «Иджара», основанному на принципах шариата. Договор заключили с предпринимателем из Уфы. Женщина смогла приобрести «Ладу Гранта» с фургоном-рефрижератором стоимостью 1 миллион 850 тысяч рублей. Сделку одобрил Совет по шариатскому контролю. Напомню, «Иджара» не предполагает выплату процентов, риски распределены между сторонами. Финансовый продукт предполагает финансирование от 500 тысяч до 50 миллионов рублей на срок до 36 месяцев. К приобретению доступны спецтехника, грузовой и легкий коммерческий транспорт, а также автобусы. Для оформления договора предпринимателям необходимо обратиться в региональную лизинговую компанию и собрать пакет документов. После одобрения заявки подписывается соглашение о намерениях. Затем нужно внести обеспечительный платеж от 10 до 15% от цены договора. В Башкортостане сняли с контроля три ситуации, связанные с подтоплением садовых товариществ и транспортной инфраструктуры. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Вода освободила 259 садовых участков в Чешминском районе и городе Стерлитамаки, один участок дороги в Гафурийском районе и один низководный мост в Бакалинском районе республики. На контроле Главного управления МЧС России по республике Башкортостан остаются 14 ситуаций в 7 муниципальных образованиях. Затопленных жилых домов нет. Уровень воды в реке Белая в районе Уфы за сутки снизился на 7 сантиметров. Уровень реки Дема в районе села Бочкаревка Чешминского района за сутки снизился на 14 сантиметров. Всего с начала паводкоопасного периода в оперативные службы поступило 957 обращений, связанных с подтоплениями, сообщили в МЧС по Башкортостану. На сегодня пик паводка пройден, подчеркнули в ведомстве. Мэрия Уфы утвердила планы по застройке квартала в районе бульвара Ибрагимова. Развитием территории в центре города займется строительная компания «Траст Инвест». Девелопер получил разрешение на проектирование в 2020 году. В квартале между улицами Цурюпы, Кировоградской, Пархоменко и бульваром Ибрагимова возведут 4 25-этажных жилых дома, одну жилую 12-этажку, а также несколько жилых комплексов с домами разной высоты. Рядом построят 6-этажный многопрофильный медицинский центр, 2 детсада на 155 и 160 мест, 4-этажную школу на 1150 мест и 4 автостоянки по 2-3 этажа. Эксперт в области недвижимости Елена Андреева отметила, что проект имеет как плюсы, так и минусы. Такие объекты позиционируются именно как объекты в центре. Представлен, по сути дела, периметром 4 улиц. И многие объекты, которые позиционируются в центре, на самом деле находятся в прилегающих к центру районах. А вот район позиционирования нового объекта – это центральный рынок, что само по себе место уникально именно наличием центрального рынка. Поэтому, конечно, там будет спрос, там можно ставить довольно высокий ценник, но стоит сказать, что пробки там от этого тоже будут, несмотря на то, что в целом там хорошая транспортная доступность. Возведение трех многоэтажек и двухуровневой подземной парковки уже началось. Общая площадь проектируемых и строящихся домов составит 150 тысяч квадратных метров. В них смогут поселиться более 7 тысяч человек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на РБК.